Всем привет! И сегодня у нас на обзоре наборы для творчества от бренда Джеко. Такие наборы подходят для самых маленьких, от 18 месяцев, которые любят не только баловаться, но и творить. Вашим малышам точно понравится один из этих наборов. К примеру, что спрятано в лесу, что спрятано в саду или что вокруг. Я предлагаю открыть один из этих наборов и посмотреть, что же в нем интересного и как можно классно провести с ребенком время. Меня очень заинтересовал набор «Что вокруг», и поэтому я предлагаю открыть именно его. Он запакован в специальную сумочку, и в нем уже есть фломастер. Набор раскрасок с водным фломастером сделает творчество малышей веселым и аккуратным. В наборе есть водный фломастер, который мы с вами уже открыли, и 4 иллюстрации с бесцветными деталями, которые нужно будет раскрасить. 1, 2, 3. И 4. Компания Джеко заботится о развитии малышей и о комфорте родителей, поэтому в наборе идет специальная планшетка, если ваш малыш любит рисовать на коленках. Данный фломастер необходимо заправить водой, и тогда начнутся чудеса. Открываем. Выбираем одну из картинок. К примеру, слоник. Или котик. Котик. Рисуя фломастером по бесцветной поверхности, вскоре начнут проявляться цвета. Смотрите, иллюстрации начинают приобретать свои яркие оттенки. Такой фломастер удобен тем, что его необходимо наполнить всего лишь водой. Уж он-то точно не испачкает ваши обои, которые вы недавно поклеили дома. Смотрите, какой красивый кот получается. Всего лишь за 3 минуты. Малышу будет очень удобно и интересно играть с таким набором. Прошло еще несколько минут, и наша картинка стала настолько красочной и красивой, что даже мне понравилось рисовать, хоть мне и не 18 месяцев. Хочу отметить, что такая раскраска многоразовая. Как только вода высохнет, цвета снова исчезнут, и можно будет рисовать заново. Это вам не альбомные листы, которые закончились, и все. Это многоразовая раскраска. Вот-вот она начинает высыхать, и цвета уже исчезают. А значит, через какое-то время можно снова будет ее разукрашивать. Мы разобрали с вами всего лишь одну картинку, а их еще 3. Если вы закончили рисовать, удобный фломастер можно открутить и вылить в воду в ближайший цветочек. Ну что ж, ребенок счастлив, цветы политы, а я хочу добавить еще одну маленькую деталь. С такими наборами от Джеко ваш ребенок точно будет неординарной личностью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых обзоров. Всем пока!